находимся в Белоруссии. Охотхозяйство «Красный Бор». Ну, чтобы понимать масштаб трофея, обычно делают фотографию, приближают, ну, определенные такие хитрости существуют для того, чтобы увеличить трофейные качества, да. То сейчас мы показываем в натуральном виде, насколько трофей богатый. Это благодаря тому, что в свое время были завезены очень хорошие крови оленей, именно с трофейными хорошими качествами, и мы получаем вот из года в год такие отличные трофеи, которые не стыдно ни одному охотнику повесить трофейную комнату. Главное, что это не вольерная охота, это открытые территории, плотная популяция. Здесь наблюдали несколько десятков таких экземпляров. Мы не готовились к охоте, по этой причине в такой экипировке находимся. Владимир Петрович вывел нас на великолепный трофей. Этот трофей займет достойное место в трофейном зале на Урале. Екатеринбург.